Это жилье, это коммунальные платежи. Темы актуальные для большинства жителей, а также просьбы о помощи, в том числе и о материальной. Очень много вопросов, связанных с получением гражданства, вот как, например, сегодня. Чем помочь может представитель власти? Конечно, в приемной дадут грамотный юридический совет, подкрепленный бумагой за подписью депутата. Это должно открыть двери высоких кабинетов. Где-то порядка 30% вопросов решается положительно, но сразу хочу сказать, что также большое количество обращений с просьбой оказать юридическую помощь. Поэтому там как бы вот просчитать процент очень сложно. Треть положительных решений от числа обращений – это немало. Именно поэтому приемная председателя партии считается одной из лучших. Достаточно высоко оценена работа сегодня нашей областной приемной на федеральном уровне. То есть мы занимаем всегда лидирующие места в Приволжском федеральном округе. Вот этот надо отдать должное работникам приемных. Ведь вопросы решаются самые разноплановые. Так, после прошлогодних взрывов в районе Бузулука до сих пор есть проблемы с обустройством жителей. Вроде бы и воинская часть стоит на территории Самарской области. Вот как бы не проблема нашего субъекта, но в любом случае мы не делим людей на своих, на чужих. Вот. Сейчас подключились, готовим к очередному законодательному собранию обращения к министру обороны. В сентябре исполнится 5 лет работы приемной председателя партии «Единая Россия». Такие приемные работают почти в каждом районе области. Для многих это действительно надежда на справедливое решение проблемы. На территории Оренбургской области более 30 приемных действует. Там депутаты сельских советов, депутаты представительных органов, представители муниципалитетов также прием ведут. Но если даже возьмем просто в среднем, что 5-10 человек приемные принимает, это порядка 360-500 человек ежедневно получают конкретную помощь. Михаил Белов, Владимир Семенов. Наше время.